Привет, интернет! Сегодня мы побывали в деревне Хвошно. Ну, что я могу сказать? Здесь все как в Париже. Только дома чуть-чуть пониже и асфальт чуть-чуть пожиже. Пришлось оставить машину и пойти пешком. Здесь живут интересные люди. К сожалению, не удалось пообщаться с ними на камеру. Посидели, поиграли в карты, Роджерс выиграл. Вот честно-честно, ладно, главное же участие, ведь так? Короче, всем Geek Роджерс, поехали! Хвошно находится за 10 километров от Витебска на север. По пути есть городок, Пальминка и где-то рядом есть Жуково. О всех этих местах у нас уже есть ролики на канале. Посмотрите обязательно. Известно, что население Хвошно за последние 20 лет сильно сократилось. Когда-то, в 1999 году, здесь проживало 280 человек. На 2010 год эта цифра уменьшилась до 90. В деревне расположена православная Вознесенская церковь. Она была основана в 1807 году. С двухъярусной колокольни лился звон, разносившийся далеко по округе. По статистическим сведениям о церквях Полоцкой епархии 1884 года, храм был прочным и к нему относилось около 70 гектаров земли. А на этом наш ролик заканчивается. Ролик озвучил Рэй. Наши другие ролики можно посмотреть вот в этих окошках. Обязательно подпишитесь на канал и напишите свое мнение о деревне Хвошно в комментариях. Лайки в студию! Пока!